25 июля в Беларуси отмечали День пожарной службы. В этом году исполнилось 167 лет со дня ее основания. За это время многое изменилось, но единственное, что осталось прежним, это люди, выбирающие такую опасную, но нужную профессию. Сегодня в МЧС идут сильные, выносливые, ответственные. Профессионализм, отвага и честь – те качества, без которых невозможна служба в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. В минувшую пятницу на кургане Бессмертия в торжественной обстановке детских спасателей поздравило руководство района. Лучшие представители профессии были награждены нагрудными знаками «Отличник», 165 лет пожарной службы, поощрены дипломами и грамотами. Также были вручены очередные специальные звания.